дорогие телезрители, если вы еще не стоите на этих ушах. У поклонников этот человек получил прозвище, которое переводится дословно как «офигительный», «невероятный», а зовут его Джон. Итак, у нас в гостях гость из Нью-Йорка. В гостях гость из Нью-Йорка, хорошо сказано. Олсен Джон! Hello, everybody in St. Petersburg. I love you, Yaltep, Yalu Blue. Удержаться от народного американского выражения «вау». Это вот что называется шоу, дорогие друзья. С чем вас поздравляю. Джон, добро пожаловать в нашу студию. Вы великолепны. Джон, you're welcome to our studio. You're awesome. Awesome. Thank you. Спасибо. И традиционный вопрос, первый вопрос. It's a traditional question, first one. Как вы это делаете? How come you could do it? Well, I love life. Я просто люблю жизнь. And I love to have a good time. Люблю хорошо проводить время. And I love to share my joy with other people. И очень люблю делить свое настроение с другими людьми. So God has blessed me and given me an opportunity to take my guitar all around the world and share the love and the positive energy. И Бог дал мне возможность так играть на гитаре, делиться своим умением с другими людьми, вдохновлять других людей. Хорошо, что он не военный, он мог бы повести за собой армию. Thanks God you're not a military, so you can put a lot of people beside you. Well, last time we were here, we played a short place in a club, and the military, the Russian Marines. И были русские моряки в этом big клубе. Big guys, большие ребята, которые really танцевали, it. They и ему it. Это очень нравилось. Uh-huh. Yeah, I think what the world needs now я думаю, что is a lot of love.
планете сейчас это очень много любви. Ваши аплодисменты. Спасибо вам. И поскольку мы немного ограничены во времени, хотя вас можно слушать бесконечно. We have not a lot of time, but it's, we can listen for you for plenty of time. Хотелось бы быстрее продолжить. We want to listen more music. Well, the thing that our band does, which we really like, we like to play all different kinds of music. Мы можем играть любую музыку. So we're going to play for you tonight jazz, blues, rock, soul, everything. Мы будем сегодня играть джаз. Очень интересный эпизод в жизни Джона. Пять лет создатели мюзикла на Бродвее искали человека на роль Джимми Хендрикса. И в конце концов нашли Джона, потому что это единственный человек, который сумел сыграть так, как Джимми Хендрикс. Но сейчас он играет, естественно, по-своему, но тогда в молодости, вы представляете себе, да? Джон, наши восторги, ваши аплодисменты. Our applauds. Thank you. I just want to say to everybody out there, who's watching us now? Я хочу сказать всем, кто смотрит нас. If you have a dream, если у вас есть мечта, don't let anybody tell you you can't do it. Не позволяйте никому говорить, что у вас не получится. They told me I would never move my hands again. Мне сказали, что никогда у меня не будут пальцы двигаться. And I just played 24 notes a second. И вы только что видели, я сыграл 24 ноты. So if you believe it, если вы верите, and if you stick by your dream, если вы, you can make it come true. Если вы верите в свою мечту, если вы упорно хотите, чтобы этого добиться, вы обязательно добьетесь. Don't give up your dreams. Не сдавайтесь. Come on, baby, don't be late. I said.